Воскресная школа преображения при Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе отметила свое десятилетие. В школе занимаются более 200 учащихся, а ведут обучение 24 преподавателя – священники, художники, врачи и специалисты иных профессий. О праздновании юбилея расскажут наши коллеги. Воскресная школа преображения при Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе сегодня является одной из самых многочисленных в Украине и самой большой в Одессе. В ней более 200 юных и взрослых учащихся. Кого-то из ребят привели родители, а кто-то из взрослых сам пришел учиться вслед за ребенком. В воскресной школе они изучают закон Божий, Ветхий Завет и Новый Завет, историю церкви и церковнославянский язык, катехизис и основы нравственности. Каждое воскресенье посещают литургию. Это воскресенье ноября. Для учащихся особенное. Сегодня исполняется 10 лет со дня основания их любимой школы преображения. В Завете, как рассказывается про святых, не про тех простых людей, как там известных. Надо добро делать, не надо зло делать. Не пытаясь так плохого делать, потому что раньше мы с подругом как ссорились, а теперь стали как-то мирно. Здесь есть даже больше, чем друзья-родственники, потому что здесь есть родственные души. Воскресная школа преображения по благословению митрополита Одесского Измаильского Агафангела 10 лет назад начиналась с первых 6 учеников и энтузиазма ее руководителя, протоиерея Дмитрия Яковенко, клирика Спасо-Преображенского собора. Прошло много уроков, школьных и жизненных, было непросто и интересно. Когда ребят стало 10, 20, 100, 200 человек. На празднике в честь юбилея митрополит Агафангел поздравил учащихся и учащих, вручил благословенные грамоты преподавателям, а протоиерей Дмитрий Яковенко был удостоен медали в честь святителя Иннокентия Борисова первой степени. Мы радуемся, видя ваши светлые глаза, добрые чувства намерения, доброту и сердечность, ласку. Мы радуемся, что Господь не оставляет вас своими милостями, то труды наставников, преподавателей и родительская ласка не остаются даром, они приносят обильные плоды и дают всходы, которые радуют церкви, будут радовать общество и каждого из нас. Сегодня в воскресной школе преображения существует 8 классов для детей школьного возраста, 2 класса для дошкольников, молодежный центр, группа для взрослых, работают театральная и кукольная студия, класс хорового пения, кружок прикладного искусства и церковной вышивки. В школе преподают 24 педагога. Праздник в честь десятилетия воскресной школы был украшен многочисленными выступлениями учащихся, которые пели, танцевали, рассказывали стихи с благодарностью Богу и преподавателям. Завершился торжественный день особенно. Владыка благословил всех учащихся на дальнейшую учебу и вручил каждому от малого до юного памятный подарок.